Короче, они ловить никто не умеет, не слушайте их. Вот этих два рыбака бесполезны. Друзья, первая сработочка. На окуня. Мотает. В сумке. Да. Ветер дул, я повернулся. Ну, мотало уверенно, хорошо. Нет, сейчас стало. Я когда повернулся. Или переворачивает, или... Ну, ветер даже пошумели тут образно. Посмотри время сколько. 10 часов. Она. Беги в сумке, Багор. Сошла. Нет, сидит. Через пальчики отпускаем ее. О, как пошла аж. Леска звенит. Стравливаем поводок из флюрика. Я не могу остановить ее. Хорошо? Да. Чисти лунку, малый, почисти, возьми с нее еще варежку. Руками возьми, почисти, малый. Ух ты, хороший. Спеши. На четверка где-то. Спеши, да? Да. Не спеши. Багор, конечно, у тебя силен. Ага, в сумке, в пакете, блядь. Вот, в пакете твоем. В большом пакете. Принес мне окуневый Багор. Ребята, я не могу ее поднять. Быстрее, блядь! Там восьмерка. Аккуратно. Чисти лунку, братан. Хорошая? Там восьмерка. Серьезно? Да. Дай ей паузу. Я не могу остановить. Не держи, не держи. Ты понимаешь, что мне? Давай, еще. Еще есть шанс. На вас завела. Спеши. Положи мне Багор. Сам будешь? Да.
Боюсь, что вообще рассверливать придется. Тихо. Я вижу, все вижу. Ты видишь, она стала бы. Стой, не спеши. Не надо, ты. Все нормально. Все хорошо. Все под контролем. Не, аккуратно, ты... леска здесь. Стой, ты этим уперся. Грузиком в лед. Я все вижу. Мой друг, все вижу. Восьмерка где-то. Серьезно. Неподъемная вообще. Вот я не могу подняться. Не поднимай, не спеши. Прямо за мной. Повернули. Да ладно. Тихо. Тихо. Ух ты, господи. Не лезет. Все, не лезет. Бур надо, спасибо. Давай, неси бур. О, посмотри. Смотрите, ребята. Пацаны, это что-то с чем-то. Да ладно, на гумы. Братан, я сейчас у мастер-класс, смотри. Ее пробил, хорошо. Ну, держу на багре, хорошо. Стой. Стой, нет. Ее хорошо за рта. Снимай. Как? О, господи, это все. Ты если хорошо, можешь восьмёра приспустить. Сами. Вот так вот, аккуратненько. Я могу, слышь, поводок принести, пропустим и спустим. Не надо. Ты не видел мой телефон там хоть? Видел. Пожалуйста, снимайте только аккуратно. Вот, Саня, камера, держи камеру. Давай я разбуривать. Ты умеешь что-то? Нет, Рогор еще. Да нормально, разбуривай рядом. Ближе только бери, еще ближе. Стой, вообще не лезет. Давай я разбурю. Еще вот так. Нормально? Да. И туда угол держи. Давай я разбурю. Держи. Кто-то держите рыбу, дайте сюда. Да, вот, да. Только держите вот так вот, потому что ручка давай, может иди. Вылететь. Давай, держишь? Okay. Саня, держи камеру. Отойди чуть в сторону. Один сразу. Тихо, не спать, может убьешь. Антоха, красавчик, да, поставил как надо? Кто поставил? А? Кто? А, это на гума ставка? Моя ставка. На гума. Что ждем ставки? Ты сказал сегодня, что... Я нашел, где я тогда окуня ловил. Нашел? Ну, мне ни одной попы. У меня рука замерзла, пацаны. Все, просто. Тяни. Натяни. Стой. На излом возьми, доломай. Не. Это второй багор, Паша. Там лежит второй багор, вот здесь. Где сверху. Не руби. Где второй багор? Куча там возле твоего пакета. Натяни. Я настянул. Возьми на излом, чуть-чуть доломай. Да, подожди. Ты просто доломал, брат. Я сейчас второй багор принесет, подожди. Я ее сверну, да? Да, вот, тебе надо вот этот кусочек доломать. Подожди, сейчас второй багор возьмет. Во, Паша, багри. Поверь, ей пробило, аж можно от нос пробить. Если лезет. Не лезь. Можно? Ой, ты ебешь. Я сейчас трофейная точка. Это очень жестко. Ты понимаешь, что я повернулся? Летем. Есть. О, это не восьмера, братан! Это не восьмера! Да! Это не восьмера! Тихо, не ори. Могу! Надо отпускать. Отпускать? Я не знаю. Да, я уже наснимался, чтобы понять, почему. Я не знаю. Друзья, вот это пиздец. Вот это да! За усик. За усик. Я все по классике, друзья, дал вымотать есть. Ты понимаешь, что такого вот такой крас. Сергей, у него зубы. Это больше метра щука. У кого карца? У кого весы есть? Это десятка. У меня я не взял. Это десятка, может быть. Это больше 10 килограмм. Это больше 10. Пацаны, держите пасть, у кого есть длинные карцанги. У меня короткие. Это трофей.
Это трофей? Да, я подниму ее, сними. Да губ, я тоже с ней фоткаю. Я тоже сфоткаюсь. А, все. Ей пизда. Ей она мертв, она мертвец, к сожалению. Да не, наверное. Ей пизда. Тихо, это шестой. Ей пизда. У меня руки трясутся. Не ругай. Снимай качество. Смотри сюда. О, бля, она закровилась. Тёма, это жесть. Я не знаю, что тебе сказать. Да что ты трясешься? Да я просто... Фоткай меня. И меня? А, всех фоткай. Просто просто фоткай. Блин, ну нахуй. Ой, она вся кровит, жесть. Ты посмотри... Ты посмотри на ее зубы. Ты посмотри на ее зубы. Ей все. Тёма, это голова. Это котлета. Это котлета и голова. Это голова. Это трофейное озеро, я вам так скажу. Поэтому, пацаны... Да что сработки, на, мастер. Я тебе скажу, это лучшая сработка. Это мастер, просто виртуоз. Открыл год. Открыл год. Друзья, лайк! Однозначно лайк! Это открыл год. На, дырвай! Это там. Санька, что это произошло? Да подожди, на, снег этот фоткай. Стой, дай, Паша, дай вот так еще, посвети, пацаны. Так и не только ты, все так будет фоткать. Это жесть, Тёма, это жесть. Килограмм 13. Это... У меня, может быть, ящики есть. Ну посмотри, это правда. Да прожившись. И вот я же всегда говорил, бежишь к ставке, идешь к ставке, зайди в сумку, возьми багор и потом иди. Это прикол. Ты да что, просто рядом. Что, уходил? Повезло, что я повернулся, блядь, классика. Я тебя поздравляю. Три дырки пришлось рассверлить, чтобы рыба никогда пролезла. Такую рыбу очень тяжело. Друзья, основная леска 0,32 мм, поводок из флюорокарбона 0,45 мм. Целый. Щука аккуратно завела за ус. Крючочек Овнер, по-моему, или восьмой номер. Такой вот пиписечный маленький тройничок уверенно держал такую крупную щуку. К сожалению, скорее всего, весов нету, но выпустить ее не удастся, потому что видите, сколько крови, как бы. Жаль, конечно, но придется ее забрать. Сейчас пойду, возьму живца, заряжу заново эту ставку. Заряжаю, друзья, на эту жерлицу опять окуня. Ну вот, а там окунь был, ну, такой вот. Ну, где-то, ну, на порядок меньше, чем этот. Ну, попробуем такого. Давай, братишка, пошел. Ну все правильно. Бур только нельзя. А вон бур здесь, мотай. 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 Только что мотал уже. Да, да. Тихонько подходи. Не, ну я четко видел, два оборота было. Я видел в конце вот когда шик-шик-шик. Я почитать оттуда. Замерз. И леска его замерзла. Убиваем, пойдет. Выводили. Если есть натяжение, не подтекает. Живет зеркальце. Я прям чувствую.
А, стой, покажи. Порезала нахуй. Тише, не ругайся. Ой, порезала. Не, это у него походу бушный был просто. Бушный. Ну ничего, это могла просто она взять и выкинуть. Я же говорю, у нас в прошлый раз был один из работок. И выплевывался, видишь. Ну что, видишь, смотала что-то? Тройники были. Ну я видел бомбородок. Я не думаю, что карась мотал. Как я ее заметил бы? Я больше не побегу, я устал. Не, кроссовки на ставку можно не бегать, это не интересно. У меня холостяк не может. У меня не бывает. У меня если поклевка, то поклевка. Где-то вот проталина старая. Вот это, я чуть-чуть смещался, понимаешь? Смещался от чего? Вот дамба, мы стояли, мы примерно стояли там, где. То есть видишь, старый пунок не знаю. Либо вот там протали. Поймал! Друзья, донная блесна братьев Щербаковых работает. Сейчас попробую его аккуратненько отцепить. Ё-моё, в замок прямо клюнул. Сейчас пускай полежит, потом я его отпущу, когда на другую лунку пойду. Ух ты, поклевка хорошая была. Методика простая. Принцип ловли как на балду. Кладем блесну на дно. Чуть-чуть маленькой. Вот поклевка опять. Приподнимаем. И стучим по дну. Вот слонки вперемешку с таким может. О! Есть. Может попасться и хороший. Это специфика этого водоема, то есть ловишь такого вот и буквально сразу может влететь килошный окунь. В нескольких прошлых роликах ребята задавали вопрос, типа как это так, нафига ты таких окуней типа не выкидываешь сразу. Ребята, здесь глубина 2 метра, о, хороший был. Здесь глубина 2 метра, и если я отпущу этого окуня обратно в лунку, то вот этот вот маленький паразит может навести столько шороху там. И даже если хороший окунь подойдет, он просто-напросто испугается и не атакует. Блин, что у меня после поимки щуки руки трусутся. Вот очередной. Давайте, друзья, попробуем отложить донную блесну в сторону. У меня есть заряженная блесна ромбик. Одна из самых уловистых, друзья, моих блесен. Посмотрим, может быть, просто сегодня у окуня другое совершенно настроение, и он не хочет кушать сыпучки, а готов подбирать со дна вот эти вот так называемые донные блесны, болды. Кстати, здесь поглубже чуть, чем во всех остальных местах. Да, чуть глубже в этом месте. Попробуем ромбика. Блесна хорошая, однозначно рабочая. Единственное, что вопрос в том, будет ли он кушать ее. Снимай ромбика, ставь моралистика или марапетку, что-то в этом роне. Ну, на ромбик вот в лунке на донную блесну клюет, по дну когда стучишь, как балдой. Ставлю ромбика, как будто бы рыбы вообще нету.
Да, мелкий. Ну, одному вроде неплохому по зубам дал. Так, не хочет. Давайте попробуем мара листика туда засунуть. Ну, попробуем во всяком случае. Что у нас из этого получится? Так, хлоп. Засаживаем, натягиваем. Быстренько слева. Достаем другую удочку с маралистиком. Запихиваем его туда. Тут как раз примерно нужная нам глубина. Лесочка потоньше. 0,14. Как бы это тоже на самом деле в ловле такого вот окуня имеет особое значение. Друзья, никакого результата не имеет смысла, значит. Попробуем это. Ничего не было. Пускаем обратно. Ну, давайте. Ну. Шуба толстая. Уплывет. Подергай. Друзья, прошу обратить ваше внимание. Китайка. Китайская сетка. Подергай. А не, ну вот видишь, она торчит. Сколько? Да, она уже грузики чисто. Кто-то, видно, достал. Может, грузики. Или зацепился. Ай, Саня, кинь дурное, пошли. Друзья, уже намотали километр по водоему. Идем. А окуня все нет и нет. По навигации. В каждой дырке, которую сверлим, ловим пиписочного. А крупного так нет. Здесь у меня крупная тоже. Ну что, друзья, 2:30. Как это сказали? Решили мы присесть перекусить. Уставший. Сейчас. Да, честно, от души прошли половину водоема. Наверное, сотню дырок мы точно дыранули, да? Да, не, наверное. Даже побольше, наверное. Друзья, вот такая вот пиписка. Сегодня рыба вообще бастует. У коллег тоже буквально там одна-две сработки и сидят мертво на месте. Ну, мы честно пытались найти. Ну, мелочь ловится, так как смысл ее ловить. И то, кстати, не везде и не на все блёсла. Клевало вчера и завтра. Да, вот встретили местного, разнакомились, так походили по точкам, на мою зашли. Его мы интуитивно нашли, он пришел на нее сам. Но вчера у него была рыбалка, он 10 окуней словил, 10 окуней весом 7 килограмм. То есть средний вес окуня 700 грамм. Ну а сегодня как бы вырос мороз, подросло давление, казалось бы, на окуне это должно положительно сказаться. Но, как видите, сказалось отрицательно. То есть рыбка бастует. Короче, сейчас 2:30, будем ждать до победы, вечернего выхода. В надежде на еще одну красотку такую. Полглоточку чайковского. Прошлись. Разгоряченные. Дай мне сыропашки с колбасой. Кого? Сыр с колбасой, да, я сейчас пока чай горячий. А есть с Новым далеко? Годом, друзья, с 2019. Есть с Новым годом. Да, у меня есть. У меня там тоже. Нормально Новый год начался. Что ты говоришь?
Первая поклевка в 2019 году принесла сразу вот эту вот красивую штуку. Жалко, что она. Да. Надо согреть холодную воду. Ну аж горло как-то пробирает, да? И внутри мерзнешь, блядь. Холодец, заебись. Бля, как собака не мёрзнет. Как собака не мёрзнет. Я как смотрю канал этого Ромарио Бро, как он ухаживает за этим его. Бля, там эта собака ушла. Как эта порода называется? Бигл. Ну это ж не охотничья, наверное. Да? Охотничья. Она такая вялая, типа охотничья. Для костюмов ходили. Чего вяло охотничья? Нормально? Они когда нормально воспитаны. Одевать охотничью собаку это лишнее. Друзья, был такой момент сейчас. Камеру оставил далеко. Села батарейка, уже в принципе не рассчитывали ни на что, а тут попали. На клев более-менее приличного окуня. Один красивый боцман, грамм под 800-900. Съел у меня блесну, ушел вместе с ромбом. Чтобы не тратить время на перевязывание, я поставил 50 размер, вот колбашу на 50-ку. Глубины 2 метра, вес блесны почти 7 грамм, наверное. Даже не помню. Блин. Не знаю, дастся ли еще. О! Хорош! Нормалек, ребята. Есть. Сейчас, может, еще эту лунку удастся качнуть. Обошли полозеро, ребята. Вообще, ниточка. Это просто вечерний выход. Я думаю, что и там, где мы были, тоже, в принципе, рыба начала клевать. Многие поуходили, не дождались. А его включило. Ровно в 4 часа. Начался клёв. Ай, бля, ребята, хороший был. Как всегда, крупный сам исходит. Такие моменты, когда клево всего 15-20 минут, конечно, друзья, никакой эстетики речи идти не может. Тут быстрее снять и отправить блесну снова туда. Помельче пошел. Сразу поклев. О, хорош. Я только хотел сказать, затишье в клеве, наверное, покрупнее окунь подошел. Друзья, такой
Прекрасный, красивый боцман. Маленькая глубина, захлёстывается ром. Надо более плавный мат делать. Так, пошлите, короче. Вон, где лучше. Ну, полметра. Санта 40 от дна, от льда. Есть. Бля, замок. Замок это что? Я кабан сорвался. Вот, такой я, блин, такого, наверное, не поймался. Ты не ругайся. А? Ты не ругайся. Сошел, сука, в лунку. У меня хороший. Вот так вот за полчаса набивается ящик. О, ребята. Я серьезно, я вижу блесну. Так она блестит на месте, подвисает и пэм. Я на велейке вот так вот попадал, только размер окуня был намного приятнее. Так, делаем по принципу этого, как его, палачиваться. Сразу же на 50 сантиметров поднимаем блесну. Ну, проскакивают такие, конечно, не очень, да, но по сравнению с тем, что клевало днем, это просто... Днем не клевало. Ну, и днем как бы, да, не клевало. Я опустил на дно вот так под ним и поднял их так. То есть ты хочешь сказать, что он полностью подошел, да? Ну вот, смотри. Да. Ух ты! Фу! Поднял, ребята, еще 50 сантиметров. Он подо льдом. Просто окунь стоит весь подо льдом, ребята. Просто подо льдом. А мы его на дне сегодня.
Да это сейчас он активный, он активно кормится, поэтому он стоит в пол воды. Ловить от Павла рассольки. Я нахожу. Пока он там сверлит, я покажу вам, как надо ловить. Я вам покажу проводку. Я вам покажу, как надо ловить. Вот вам. Два заброса, две рыбы. Он зажрал так, что... Мне нужен экстрактор. Я вам скажу, что темнеет, пацаны. Какие блёсна? Бля, он вообще там монстр был, просто. Хороший был окунь? Да. Я сошёл под блеснёк. А нету блеснёки там с собой? Да есть, ящик у меня. Давай, рисун. Да он там просто... Я вот все знаю, я вот четвертый. Попробуй, если не берешь. Да, так. Сошел? Да. Рисолька, в пол воды или где? В пол воды? У меня в пол воды. По-моему, надо камеру повернуть. Так я словил. Дома. А что, пол воды он только не берет? А у меня как... Казака. Да, пол воды. Да. Сосна. А вот идем. Рассоли на донную валишь? Да. Что вы айкаете? Ой, у меня... Меняй лунку, уходи с лунки, значит. Чего? Нафиг тебе пиписочки. Вот, занимай за Евсиком лунку. Здесь крупный опыт. Ну я там словил, у меня были там потоки. А паузу уже давать больше. О, хороший. Друзья, 200 километров отмотать, и под конец дня... Интересно, что ты сколько находил эти сказки. Ну ты не под конец дня, не рассказывай сказки. Ну а что? Ты в 11 уже отключился. Ну это... О! Вот она. Серия. Сейчас со дна? Да, со дна. Неужели скатился? Ну свежая дырка, что мне сразу его поднимать вверх? У меня с той свежей сразу был. У меня со дна. Пол воды, брат.
О! Уже не видно, ничего не было. Просто интуитивно чувствуешь отступ, поклевку. С моей плесной обратно, пожалуйста. Кстати, возможно, да. Да, паузу дольше стал делать. У меня поклёвки не пропускают. Смотри, сейчас хорошего вольнёшь. У меня такая же херня. Уйка. Ну что, друзья, в общем, уже стемнело. Окунь прекратил клевать. Погнал я, короче, собирать ставки. Собирать улов, все манатки. Друзья, такая рыбалка, в общем, состоялась. За полчаса оторвали душу, отвели. Ну, а теперь надо бежать собирать вещи. Друзья, спасибо, что смотрели. С Новым годом! Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если вам понравилось, конечно, это видео. И до новых встреч, друзья. Пока!